Доброе утро. У нас началась неделя карантина. Гуляем с Микой возле дома. Лёша сделал из разобранного дивана лавочку. Вот я рассыпала средства от улиток. И вот. Кстати, до этого он сожрал вот мой цветок. Я же говорю, они сейчас агрессивные. Все усыпала везде. Сейчас пришла на свое рабочее место, села работать и поняла, что у меня тоже неделя карантина, скорее всего, будет, потому что у меня по ретуши работы совершенно нет. Поэтому я сегодня буду заниматься ремонтом и, может быть, займусь делами во дворе. Так что я с вами. Я тоже не работаю. И если успею, хочу вам сегодня показать один лайфхак. Или ответ на вопрос, почему же люди закупались туалетной бумагой. Если вы знаете зачем, пишите мне в комментариях. Может быть, вы угадаете, а может быть, вы придумаете что-то новое. Но в конце видео я вам объясню без шуток, действительно для чего. И покажу. Вы себе даже представить не можете, чем я сейчас занимаюсь. Я стригу газон ножницами. А затем режу его сюда, как удобрение для клубнички. Вот уже сколько подстригла. В дальнейшем, конечно, нужно будет покупать газонокосилку, триммер, потому что у меня там вырастет целое поле. Кстати, травка уже взошла. Стригла траву и даже на траве слизняки. Сейчас варю овощи на винегрет. И сейчас Лёша мне... Сейчас Лёша мне будет пропылесосить стены, потому что они мажутся. Вот. И я буду их грунтовать, стены и потолок. Буду грунтовать их щеткой. И мне позвонила мама и сказала, что... Посмотрела видео мое последнее, но оно только что вышло. Сказала, чтобы я огурчики уже сейчас прорвала, потому что они потом сплетутся. Я в прошлом году садила 4 огурца, и они занимали очень много места. Сейчас оторвала один, посмотрела, соседки нет, хотела ей отдать, думаю, может, ей пригодится. Пахнет рассада огурцами. Говорю, Лёша, ну мне так жалко. Он говорит, а возьми их, посади. В общем, я решила, сейчас их посажу. Потому что мне жалко, что они такие хорошие, пропадают тут корни. Лёша сейчас пылесосить будет там стены. А я говорю, Лёша, ну мне некуда садить. В общем, Лёша мне предложил посадить их здесь, вдоль забора. Я так подумала, ну, вырастут, не вырастут. В общем, по крайней мере, уже не так жалко будет. Прикольно, если они вырастут и заплетутся вокруг на заборе. Ну все, у меня теперь по одному. Два я не смогла с корнем вырвать. Остальные прям с таким корешком хорошим вышли. Те, которые выдернула, я вот посадила. И здесь вдоль забора. Вот. Если приживутся, будут виться на забор. А здесь уже травка прорастает. Может, им здесь и будет плохо. Ну, по крайней мере, они уже не от моих рук, так сказать, погибнут. О, какая система. Стали из летней кухни козла. Лёша мне его подчинил и помыл. Сейчас будем домой заносить. Лёш, занесете домой? У нас теперь дома козел. Будет. Будет доить. О, какое молоко у козла. Ну, задаешь. Он не козлает, потому что не рада, что у нас теперь козел дома. На нем мне будет удобно штукатурить.
А то я постоянно переставляла стремянку, чтобы угол. В общем, я буду потолок штукатурить и шпаклевать. Вот эти вот декоративные элементы. Алёша будет стены штукатурить. Ну, или я, может, буду. Ну, в общем, посмотрим. А может, таймлапс поставить, как у меня разбирают? Как мы проводим свои карантинные каникулы? В общем, Лёша сейчас будет распиливать старый душ, чтобы накрыть яму выгребную. А я сейчас буду грунтовать здесь стены, потолок. И будем снимать для вас контент, так как мы не можем снять вам весь процесс от и до обычным временем, потому что это будет очень долго. То я буду снимать сразу таймлапс и Лёшу. У Лёши уже поставила, снимаю. И себя. Так что у вас будет интересный материал. Знаете, что я вам хочу сказать? Не так страшен черт, как его малюют. Или руки боятся, да глаза делают. Ну, в смысле, наоборот. В общем, мне сегодня стоило таких трудов собрать себя в кулак и загрунтовать это все, потому что даже если я буду лениться, хотя бы Леша будет шпаклевать. Потолок буду делать я, стены будет делать он. И сейчас, загрунтовав все, у меня прям такой... Я в таком... настроение, я бы сейчас и шпаклевать начала, но шпаклевать еще рано, нужно, чтобы все хорошо высохло, завтра будем шпаклевать. Вообще, блин, ну делать нечего на самом деле, главное начать, тем более, когда есть возможности и полно времени. Мне сделали укор, что я блогер, и мне легко на карантине. Ну, хочу сказать, что, во-первых, вы можете тоже снимать. Да, нет камеры, можно снимать на телефон. Я снимала первые свои видео на телефон. Многие мне очень часто говорят, что, конечно, ты блогер, тебе легко. Я говорю, так в чем дело? YouTube — это открытая площадка, бери и снимай. На что мне говорят сразу, это камера нужна, а что снимать, а как набрать просмотры? Ну вы же только что мне говорили, что это легко.
Ладно, пойду сейчас, сейчас вымою полы. Максим здесь подтирал сразу. Я сейчас вымою полностью хорошо полы. И пойду посмотрю, что там, как там дела у Лёши. Выхожу, смотрю, а тут Лёша уже убрал душ. Места сколько стало. Вообще лень, сколько места. Еще он этого очистить, может, там земля нормальная. Да, мусоры там полно. Я там еще места для цветов, смотри, сколько. Угу. Вот так вот выглядит мой газон подстриженный. И вокруг этой клубнички насыпала травку, чтобы удобрение было естественное. Ну, в общем, вот что получилось. Наш душ переместился в буду-ду-душ. Ну что, отлично. Может, надо будет его покрасить, чтобы он не сгнил? Кого? Душ. Чтобы железо не ржавело. Тань, ну все равно это временно. Ну, понятно, временно. И Лёша топтался по моей редисочке. Да. Я тут цветы посажу. Ну, хорошо. Молодец. Ну, там сейчас я приду. Хочу вам рассказать лайфхак. Это не лайфхак. В общем, очень многие смеялись с людей, которые затаривались туалетной бумагой. Но ведь мы не знаем, туалетная бумага это. Мы, например, это мы думаем, что это туалетная бумага. Но на самом деле это не туалетная бумага, это бумажное полотенце. Хочу вам показать один фокус-покус. Полотенце, но тем не менее одноразовая маска, которую можно менять хоть каждый час, потому что у тебя будет целый арсенал такого добра. Она очень плотно прилегает, так что прежде чем кого-то осуждать, нужно подумать. Может быть, люди знают что-то то, чего не знаете вы, хотя может действительно покупали туалетную бумагу. Вот так вот. Вы посмотрите на это чудо. Сегодня у меня тоже день карантина, я уже утром вам об этом говорила, и у меня было много свободного времени, поэтому сегодня очень много успела, еще успела снять это все вам. Поэтому у меня получилось целое видео, сейчас сижу монтирую, сейчас уже 10 часов, так что у меня будет 2 видео, наверное, в подряд. А Микушечка рядышком со мной лежит и смотрит, как я монтирую. Ну а на этом всем всего доброго, всего хорошего, пока, не болейте. Это Лёша сказал.